Добрый день. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. За прошедший период нарушение режима прекращения огня не отмечено. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день вернулось 52 681 человек. С 16 февраля обеспечено безопасное прохождение 6 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. 4 через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также 2 колонн по маршруту Каджар, Красный Базар, Шуша и в обратном направлении. Группами Центра гуманитарного реагирования во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон продолжается поиск и передача тел погибших военнослужащих. Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1398 зданий, около 450 километров дорог. Очищено более 1446 гектаров территории. Обнаружено 24793 взрывоопасных предметов. Мы находимся у российского военного госпиталя в районе города Степанакерт, где врачебно-сестринскими бригадами медицинских отрядов специального назначения продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента вторым компонентом российской вакцины «Спутник Ви». На сегодня провакцинировано более 1900 военнослужащих. Вакцинацию миротворцев планируется завершить до 28 февраля этого года. Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Благодарю за внимание.